Биошок, персонаж Тененбаум, был исследователем, изучавшим процессы, происходящие в наших ДНК. Знаете, работы Крика и Ватсона, они отталкивались от них и достигли очень серьезных результатов. Вот что Тененбаум и Сушонг сделали при разработке плазмидов в оригинальном Биошок. Элизабет не ученый, но у нее есть способность взаимодействовать со своего рода наукой того времени. Вид науки, созданный Эйнштейном, вид науки, созданный Эдинбургом, весь этот мир физики, изучаемый на рубеже столетия. И также Крик и Ватсон открыли для нас тайны нашего тела. Эти ученые, Эйнштейн, Эдинбург, Макс Планк, открывали нам глаза на сущность Вселенной. И в мире Колумбии все могут это видеть. Эти разрывы — это окна в миры, которые Эдинбург и Эйнштейн начали объяснять нам. Элизабет может достигнуть этих миров и управлять ими. И это ее сила. И вы увидите, как она это делает. И это будет великолепной игровой системой, названной «Разрывы», в которой вы находитесь где-то и видите в окне линии неба, которых не существует в этой Колумбии, где находится Букер. Вы увидите башню, несуществующую в той Колумбии, в которой находится Букер. Вы увидите группу основателей, они смогут прийти, чтобы помочь вам сражаться с Глазом Народа, который не существует в мире версии Колумбии, в которой находится Букер. И Элизабет прямо говорит нам: «Я могу принести одно из этих трех тебе, Букер, которое ты хочешь, чтобы я принесла, и это решать игроку». У нас есть все эти инструменты, до которых игрок может добраться через Элизабет. Мы хотели, чтобы то, как я играю, то, как вы играете, и то, как он играет, было не одним и тем же. И когда вы играете, способность Элизабет, разрывы, просто еще один отличный способ достичь этого.